Так, культивация огорода. Юрок говорит, сырой. Смущается. У тебя профессия востребована сейчас. А? У такого человека техника протерпит лет 150. Три поколения умрут, бля. Юрок? Здесь земля у него хорошая. Правда, далеко. Так, культивация проходит обычными стандартными культиваторами, но только он поставил 3 штуки. Я с фальком вон. Девчонки, пишите Юрию Владимировичу. Он знает, что как делать. Он с землей на ты. Да, бать? Я говорю, он знает, что делать. Он с землей на ты. У тебя 3, да? Да. Сейчас спросим, сколько захват. Ну вот, получается, полоса. Вот они, полоски. Все культурненько. Приятно смотреть, блядь. Огород, блядь. Хозяин доволен. Так, кстати, здесь еще техника вот есть. Кому нужно, пишите в комментарии. Цены не знаю. Так, состояние лапки вон. Вроде бы все. Цилиндр рабочий, шланги, все подымает, по-моему. Есть здесь такие, она, ну, рабочая была. Колеса, кстати, нормальные, да, сельхоз. Пишите комментарии. Что же, кстати, это культиватор какой? Это как КС. Раз, два. Сколько секций-то? 16. Все, последний финишный у меня подход. Ну что, Юрок, земля поспела? Поспела земля, нет? Ну, после 10 мая, тут снегу торопится, она сверху сухой, а вот. А, камень жидко. Камень получается. Ну да. Вещь, да? Вещь? Да. Брат 2, Максим. Сухоруков.
Весь, да? Как пулемет Максимка? Вещи. Настоящие. Чапаевский. А вещь. Точно, это персонаж, когда из этого, из Бродва, да, во-во-во-во, 6 секций. То есть по 3. 3 сюда, 3 туда. Но если Юрий Владимирович говорит вещь, то что значит действительно вещь? Ну все, на этой прекрасной ноте всем механизаторам и других, как бы сказать, отраслей. С праздником, с началом сезона. Спать? На хранение, да? Да. У тебя пуля, он, блядь, не сидит, он, блядь, работает. У меня еще, блядь, если вот сейчас, блядь, надо там опять мультивировать, блядь, до осени, блядь, он спать не будет. Вы что, посадили все там на работе? Сажаете? А в ночную кто-нибудь херачит? А? Ночь? Нет? Скажи. Сыры тоже? Как на новом тракторе? С кондиционером? С кондиционером? Нет? Доволен? Ну, парень уже затопил, что ли? Я говорю, иди затопи, блядь. Юрка не разрешает, держи. Кому что? Валерка, ногу вывихнул, причем, блядь, нет.